скорость 35 км в час. Вот соединительная линия. Быть на основном экране, чтобы контролировать сигнальные показания ЛС. 40 УЧ, значит, хорошо едем. Синий В1. После проследования В1 необходимо контролировать показания ЛС. 40 УЧ, едем дальше. В этом подъеме на повороте левом нужно конкретно контролировать показания частоты. 40 ОЧ едем, 40-0 стоим. Светофора не видно, поэтому смотрим только на МФДУ. В данном месте как раз идет спуск, поэтому скорость тут наращивается буквально на 1-2 километра. Контролируйте скорость. 40 ОЧ желтый мигающий. Здесь идет подъем, поэтому скорость сама по себе падает. Даем 20%, например. Можно 30%. На момент проследования светофора Ч1, Ч2 скорость должна быть не более 15 км в час. Заранее нажимаем педаль. После проследования светофора переключаем радиостанцию на первый канал, а сепуру на второй канал. Все это делаем именно с ручкой в ходу, там 20-30%. По-другому здесь никак не сделаешь. Луна-белый. Подъем этот 40 тысячных, поэтому 30-40% больше не надо давать. Она как бы держит эту скорость и по чуть-чуть ее наращивает. Луна-белый, по-моему. После того, как выехали из портала, лучше скинуть на 20%. Максимум добавить и сделать 30%. Луна-белый, М14, стрелка маршрута. КТР мы не нажимаем пока. Здесь уже 20% надо сделать. Потому что быстрее хвост уже меньше. То есть меньшая часть уже на горке. Стрелка маршрут. Вот он знак. Включи КТР. Мы едем на подъеме, поэтому вот оставили в ноль ручку. И в этом месте нажимаем КТР. Стрелка маршрут луна белая. Преследование в депо. Здесь небольшой подъем, поэтому приходится периодически подключаться. Сейчас вот подъезжаем к знаку ОПТ начала. ОПТ начала даем одну уставку, снижаем скорость на 3 км в час. Отпускаем луна-белый стрелку по маршруту и разгоняемся опять до 15 км в час. Разгоняться, то есть все подключения дополнительные делать не более 20%, чтобы при отключении не произошло
перескакивание через скорость разрешенную. То есть вы выключите в 15, у вас будет потом 16 км в час. У знака 25 стоп останавливаемся одной уставкой. Заранее нажимаем тормоз. После остановки даем 3 уставки. Включили сигнал, нажимаем педаль, отпускаем тормоза, ставим ход. Здесь можно и 40% дать, но потом с последующим переводом в 20%. Вот 5 километров на 20 сделали. 8 отключились. Скорость здесь будет теряться, падать постоянно. Поэтому на 6-7 километрах можно еще дать 20%. Разогнаться до там 9 километров. У знака 6 останавливаемся также одной уставкой. Лучше добавить 3, чтобы никогда не путаться. Одну где давать, где 3, давайте всегда 3 уставки. Отпускаем тормоза и с отправления на 20% разгоняемся. На 20% до знака отключения тяговых двигателей поезд должен разогнаться до 5 км в час. И после этого отключается. Если вы на 40-60% быстро наберете 5 км в час, то скорость наберется раньше и потом начнет также скидываться, потому что хвост у вас на подъеме находится, и он вас будет тормозить. Останавливаемся также одной уставкой, добавляем после остановки 3.